Начальник подмосковной полиции Виктор Пауков вручил ведомственные награды сотрудникам подмосковной полиции. Медалью МВД России за доблесть в службе награждены два сотрудника уголовного розыска Солнечногорска. Майор полиции Александр Бузунов, начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями, и старший лейтенант полиции Виталий Учаев, оперуполномоченный группы по борьбе с преступлениями против личности. Россельхознадзор выявил на фитосанитарном посту в Солнечногорске зараженную партию кенийских роз. У растений обнаружили цветочный трипс. Это опасное заболевание, карантинный для России объект. Его наличие подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная специалистами Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации. Джон Дуган, бежавший в 2016 году полицейский из Америки, открыл производство компьютерных столов в Солнечногорске. В недавнем интервью одному воронежскому СМИ он рассказал, как начинал свой бизнес с $600 в новой стране. К слову, в Россию он бежал после того, как, по мнению ФБР, взломал и разместил в открытом доступе информацию о 12 тысяч агентах. Россия предоставила беглецу политическое убежище, а телеканала RT даже снял документальный фильм о побеге Дугана. На родину Джон не рвется, там ему грозит 35 лет тюрьмы. Помимо бизнеса, мужчина снимает тревел-ролики о своих путешествиях по России. Напомним, что агробизнес в Солнечногорске открыл еще один американец – Джей Клоус. Он уже много лет изготавливает сыры, а на своей ферме проводит экскурсии.